сейчас, мне кажется, в транс войду. Все это чушь бренная, мне это ничего не нужно. Я пошла постигать дзен. И на этом все. Я там в пустошь не заходила. Вот, я здесь не была. Я там что-то блестело. Лужучок, да? О, блин, вот эти гребаные жабы. С их не менее потрясающими проклятиями. Видали, как классно, а? Мамка может. С какой попытки бомба? Так, хорош. Пока все в порядке. Господи, я только руки меня. У меня руки прям реально аж мокрые становятся, пока я тут лазю. Ой, лесенка. Подожди, а там же лук, по-моему, где-то лежал. Вон лук лежит. Почему? А как-то так. Че это сюда прям сразу? Подожди, а там что все лежит? Дохлая. Угу. Тебе тоже привет. В смысле? Окей. Все, прыжки веры закончились. Блин, а. А, все в танду. Я получу твою штучку? Пожалуйста. Хрен вам там. Нет, не получу. Скотина, не сдох. И сюда. Поздно что-то менять в этой жизни. Блин, ну почему она там не... Пиздец, у тебя реально, блин. И это я дольше буду прыгать там. Причем лежит какая-нибудь по-любому херня. Вообще нахуй не нужная. Мана, у меня столько времени прыгать, я не азиатка. Куда ты еще не пришла? Подождите, дайте я сюда пойду. Не знаю, я, короче, предлагаю пойти за... Нет, сегодня я уже предлагаю заканчивать, на самом деле. А завтра, когда вы прокляты, ваше здоровье сокращается вдвое, чтобы снять проклятие, требуется камень очищения или помощь великого из-за Нового Лонда. Клево. Есть. Вот. Так я не пойму, там еще дальше локация идет, или это почти конец? Просто если это почти конец, меня не заморочит потом подняться обратно и выйти потом отсюда. Все, нахрен, запутали меня. Сама разберусь завтра. Давайте. Правда, действительно. Боже мой, черт возьми. Не это ли праздник, может там еще сказать? Значит, к этой локации мы вернемся позже. My heart only for you. Туда-сюда. Непроклятая бум. Давайте, всех целую, всех люблю. Хдыщ, до завтра. А ты не хочешь ничего? Я, например, хочу. Я хочу это место. Я же девушка, ну что вы. Ну сделайте мне скидку. Друг мой, я хочу тебя. И ухо у меня прям вовремя торчит. Подожди-ка. Вот это интересный поворот событий. Ага, это значит лечь. Валяться и ни хрена не делать. Блин, ну ладно. Да мы только начали, малышка.
Жутяцкий, какой ты хорошенький. Кстати, нужно было, знаете, стрим обозначить. Мисс Мокрая Майка в единственном числе. В принципе, можно эльфский стрим. Можно бель-о. И во всех смыслах этого слова. Так, давай отсюда посмотрим. Вот, все прям сначала. И пошли. Пойти вот по этой веточке. Я думаю, что никаких проблем не будет. Скалолазские приключения продолжаются. А лут там есть. И его как-то нужно Ай! Любопытненько. А где там дырка эта? Ага, она вот она. А если мы... Отлично. О, я взяла крутое кольцо! Там еще один есть, конечно, квакозябрик. Я его вижу хорошо, но... Не вижу уже. Я его потеряла где-то. Клиент потерян. Возможно, навсегда. Я, наоборот, их очень люблю. Они мне нравятся и... Нет, конечно, я еще, может быть, и побомблю, и поматерюсь. Чего греха-то таить? Ах ты, блин, тут же этот сук. Сук этот. Смотрите, модель на дереве. Я вот вам честно могу сказать, наше детство было прекрасно. Оно было наполнено натуральными и естественными вещами, такими как деревья, не знаю, там, догони меня кирпича, лазание по деревьям. А вот как раз-таки последние составляющих лазания по деревьям я любила. Это было одно из моих любимых занятий. Да, это так и было на самом деле, потому что я в детстве, у меня были очень длинные ноги, очень худые ноги, туда-сюда. Ну, как бы не то, чтобы прям как сейчас, да, но я с детства была достаточно стройная, и поэтому, учитывая мою безумно страстную любовь к разного вида деревья, это очень забавно смотрелось, когда такая девушка с длиннющими ногами, а я там вот полюбливала деревья. Это так задумано было, ребят, мне. И да, это было очень забавно на самом деле. 100 метров высоко пробегаешь. За один шаг или за два? Слушай, я вообще на самом деле, я же бегаю постоянно, но до таких скоростей мне, конечно, еще далеко, но все может быть. Я не на скорость всегда бегаю, я бегаю на проверку выносливости, то есть я таким средним темпом, трусой. Мама бегает трусой 100 метров по Тверской. Малышка. Один, блин, очень интересно какое-то место, прям вот. Чем дальше, тем лучше. Но это аккуратно, почему это место здесь располагается. А зачем оно? Кто его придумал? Блин, а где жучок? Жучамба. Я его слышу, но не вижу. Не здесь. Ну, жука, мы уже с тобой профорсетили? Однозначно. У меня начинают торчать уши иногда, но как бы не буду сразу как-то пытаться скрыть этот момент, который будет явно очевиден вам, но давайте сейчас ведется к тому, что мне будет немножко неловко за... косплей на... Неожиданный косплей на эльфский стрим. А если я хочу там... Малыш. Зря были мои страдания. Все, я наконец-то спускаюсь уже ниже. Ура. Ой, грибочки. А вы злые, да? А, не, вы не грибочки. Блин, ну они какие-то малыши. Я не хочу их убить. Ах, ты вообще, что ли, страх потерял? Рукой своим гребень тут нашелся. Ты греби отсюда, понятно? Еще будет на меня вот он замахиваться. Бессовестный, а? Вы посмотрите на него. Она воспитывали. А этот танцует такой джага-джага. Мне кажется, у мамки сейчас своей пожаловался. Сейчас мамка придет, меня просто отмудохает. Боже мой, они так падают неловко, блин. Я не могу их бить. Ой, господи. О, а этих могу. Давай я тебя просто от мучений избавлю, но ты же туда подняться все равно не можешь. Все, я даже смотреть не буду на твой труп, правда. Блин, они такие милые, я не могу просто. И ты сейчас из-за них умрешь. Дети, не лезьте ко мне, пожалуйста. Давай, друг. Все, нет. Нет. А твой на трэпчике сидит, прям видно. Нет, невозможно. А я просто, надо что-то просто... Сейчас я... Что ставить? Свою любимую Японию. Ну, грибам тоже нужно защищаться, их тоже можно понять. Я встаю на защиту грибов. Я требую жизни грибам. Заслуженный фингал. Блин, а ты неплох. Слушайте, ну, как-то не хочется прям вот... Ой-ё, не-не-не, я перестала.
передумала, да-да-да. Я скотина, я убиваю грибы. А грибы приносят наслаждение людям. Оу, нормально у вас тут вечеринка. Я вижу костер, но вы еще, наверное, не в курсе, да, что... Что это за место? Я больше сейчас даже не гидры боюсь, я музыки боюсь. Пацаны, я тоже там это... Нормально, веночек на голове, там, пис во всем мире, все ништяк. Как-то, не знаю. Давайте с символиками мы пока поаккуратнее. Ой, какое потрясающее место. Очень-очень странное место. Очень, боже, какие тут крутые места в первом дарке, просто. Они прям... Потрясающе. А я успею до костра дойти? Меня никто не уничтожит? Ух. Я сейчас, мне кажется, в транс войду. Все это чушь бренная, мне это ничего не нужно. Я пошла постигать дзен. И на этом все. Посмотрела на гидру. О, боже мой! Мне кажется, что она напрашивается. Я смотрю на нее, она смотрит на меня, и я понимаю, что я хочу сельдь в масле по-сардински. Вот. И... Ну, вообще, не работает эта херня. Я могу сказать 100%. Она меня бьет постоянно. Она меня задевает постоянно. Как валить персонажа, к которому невозможно подойти, невозможно увернуться? Как? Как мы ее, да? Do it, just do it. Спасибо, спасибо. Нормально. Просто нужно было с ней аккуратненько адаптироваться и все. Что это? И вот и ты что? Это какое-то потрясающее пустынное место. Совершенно не похоже на остальное. Нахрена солнце какое. Слушай, тебе бы боссом быть в обычной локации, друг, я бы тебе посоветовала бы. У тебя черепа внутри. Ну ты крутой. Вот это татуировки. Такие себе даже американские рэперы не позволяют. Дай. Demon Souls, привет! Рула, куда мы с тобой идем? Ты не знаешь, я вот как бы... Тоже не особо догадываюсь. Какие-то странные места везде. Блин, проклятие, грёбаные. Очень просто узкое место. А может клин клином сбивает? Может мне опять подойти, они на меня дыхнут и все будет нормально? О! Теперь меня ваншотит. Да, это, конечно, мне подкинуло проблему конкретную. А? Как я тебя? Подманул, подвела. Блин, это капец какой-то просто. Я теперь с этой половиной здоровья вообще ничего делать не смогу. Так, ну и куда мы все-таки идем? Не поняла, он типа меня не будет убивать? Или... Нет,
Подожди, какая-то интрига. А зачем его убивать? Смотрите, какой он классный. Зачем его убивать? Камень с драконьей головой. Наполненный силой драконов, ритуал посланников древних драконов дает голову дракона, позволяет испускать драконье дыхание. Посланники драконов учат высшую форму жизни, которую можно достичь через превращение в древнего дракона. Это ритуал лишь небольшой шаг, но пути назад нет. Не будет до самой смерти. Прости. Прости. То есть я для этого сюда все это время перлась, да? Ты даже на меня обидишься? Дает голову драконе. А. I don't know. А? Кто красавчик? А ну-ка, дыхни. Простите, без попутал. Это, короче, все, что можно было здесь сделать, да, в принципе? Только теперь никуда не косячь. Мы просто должны свалить отсюда как-нибудь.